Всем привет, дорогие друзья! С вами Лего, рад вас всех приветствовать на своем канале! И у нас вторая часть прохождения Dying Light 2. А, собственно, во второй части мы наконец-таки нашли фонарик, и мы должны встретиться с информатором. А, перед началом данного ролика не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Поехали! А, ну все, погнали искать. О, фонарь на букву Т включается. Быстрая атака при помощи левой кнопки мыши. Долетели. Красота. Пробел держим, чтобы он длиннее летел. Пролетели. Находимся в каких-то подвалах, да? Не особо понимаю, где. Закрыто. Я схожу за боссом. Нет. Не приводите Вальца. Не надо. А. Иду через дверь, а есть здесь сосед Дидюк. Я вернусь вместе с боссом. У них еще и босс есть свой, как я и говорил, собственно. Всякие твари находятся, блин, в подвалах. Это что, мародеры или кто это? Ты же должен был сдохнуть! Куда ты спрятал ключ, парень? Не знаю, о чем ты говоришь. Пусти его. Ты хочешь, чтобы мы его отпустили, урод? Тогда заставь нас это сделать. Давай! Нажмите и удержите правую кнопку мыши, чтобы блокировать атаку. Заблокировать удар и в последний момент, чтобы сделать идеальный блок. Давай! Не получилось. Давай! Два. Три. Ха-ха. Сюда иди. А чё ты очкуешь-то? Я не понял. О, кончилось кран. Это клёво работан кран. Эпик просто. А где оружие выпало у тебя? Тахира, я твоего унизил просто. Давай! По башке тебе, нет? А ты что стоишь, подсматриваешь? Сюда! У него прям, смотри! Каска сломалась именно в том месте, где я ударил. На еще! Еще каска отлетела. Как тебе мой кран? Наконец-таки! Вы повысили боевое мастерство и получили первое очко навыков. Удар в прыжке позволяет вам нанести удар, когда вы передвигаетесь через препятствие или через ошеломленного врага. Прыгаешь на него и нажимаешь кнопку левой кнопки мыши через пробел. Хорошо! Будет эпично. Ну чё ты, родненький? Кто это был? Нет времени. У меня в кармане. Я оставил тебе кое-что. Что это? Ключ доступа в АГМ. Миротворцы, они нашли его. Его нельзя потерять. Ты должен был сказать, что с моей сестрой. Где Мия? Иди в Рыбий глаз. Спроси там девушку по имени Луан. Отдай это ей. С этим и с ее помощью ты узнаешь. Ты все узнаешь. Понял? Береги его. Если Вальцем завладеет, весь город, все умрут. Вальц? Вальц здесь? Да. Они идут. Слышишь, ренегаты? Беги! Пойдем вместе. Возьми это. Пойдем. Какого хуя?
это исправим. Прикончить его! Используйте перескакивание, чтобы повышать мобильность во время боя. Подбегите к препятствию или ошеломленному врагу и зажмите пробел, чтобы перескочить через него. Потом левые кнопки мыши и делаешь боевой паркур. Давай. Сюда! Что ты замерз-то? Ну? Че вы мерзнете-то? Сюда! Вы что, не видели никогда боевой паркур? Эх, не долетело. Нормально прилетает. Еще хочешь? Еще, дед? Запутался? Еще один. Да у них прикольные оружки. Что ты смотришь-то, я не понял. О, ты чё, дед? На тебя сходи. Чё такое? Подожди, бежать-то я с удовольствием. Мне бы что-нибудь полутать бы. Монетки вот там всякие. Все-таки норм тема. Все, я убегаю. Это Бальц, беги. Трубу надо забрать. Кстати, а мы его ищем. А в автоматах что может быть? Гульден? Какая-то валюта, что ли? Отсюда! Трохин, слышишь меня? Ключ у тебя. Это Вальц. Нужно бежать. Но он мне и нужен. Идиот, он убьет тебя, если найдет. Дело! Блять, идем к вентиляции. Быстрее, сюда. Ты первый. Что ты делаешь? Вальц не должен получить ключ. Что? Выпусти! Рыбий глаз. Луан. Иди. Привет, Дилан. Приветик. Пустите его. Почему ты предал меня? Это не твой ключ, ты не можешь. Где он? Здесь. Но... Это конец. Прости. Становится туманно. Нет. Ты просто умираешь. Еще до падения мой дед разводил лошадей. Красивых, редких пород. Я их очень любил. Однажды его самый любимый жеребец поскользнулся и сломал ногу. Я думал, дедушка ему поможет. Но дед просто вытащил пистолет и вложил мне в руку. Он мне сказал, это для его же блага. И нажал моим пальцем на курок. Я плакал. Я желал смерти своему деду. Но прошли годы, и я понял. Нужно делать то, что должно. Ты не оставил мне выбора, друг мой. Здесь кто-то есть. Вентиляция! Взять его!
Отбивайтесь от Вальца и его сторонников. А что-то он, по-моему, за нами не бежит. Куда ты? Полетел, я же нормально бежал. Путь Пилигрима. Я не думаю, что они за мной смогут поплыть или догнать меня. Я думаю, это нереально. Ну ты чё? Блин, больно. Попасть в Веледор. Веледор — это город? Я так полагаю, это как раз-таки тот воздушный город, где нужно будет нереально прыгать. А, у меня монетки, смотри, 11 штук. Причем они в инвентаре. Что происходит? То есть монетками, скорее всего, можно будет пугать. Вот этот город, да? В нем куча мельниц всяких. Вырабатывает электричество. Все уже на верхушках стараются со мной, ясно? Я же велел тебе никуда не ходить без меня. Ты что, забыл? Ты кто такой? Они тебя прикончат. Тише, не сейчас. Яна! Ингибируй! Это еще что за херь? Быстрее давай! Тащи их сюда! А, твою же мать! Ну ты и сволочь, ты скотина! Он шевелится. Как он? Убей его, Хакон, убей его, пока я его не убила. О-о-о, расслабься, дыши. Похоже, не превратился. Похоже? Хакон, я не хочу, чтобы это было здесь. Ты снова с нами. Моргни, если слышишь. Голова. Ты чуть не превратился, но ультрафиолет и ингибиторы помогли. Ну, и бита тоже. Ты жив. Таким и оставайся. Этот парень чуть нас всех не убил, а ты с ним болтаешь? Девочки, спокойно. Они напуганы. Ты чуть не разнес их мастерскую. Нам пора. Можешь идти? Но я не понимаю,
Куда мы идем? В безопасное место. Мне нужно в рыбий глаз. В рыбий глаз? Без биомаркера туда не попасть. Что это за фигня? Биомаркер следит за развитием болезни в темноте. Это твой билет в город. Без него выйти на свет – это вроде лотереи. Ты не знаешь, когда превратишься. Тебе нужен биомаркер, а я знаю, где его найти. Пойдем. Он опять превращается. Спокойно, все под контролем. Все будет в порядке. Ты еще слаб. Подожди. Пей. Правда? А что дальше? Может, в ванной его искупать? Звучит неплохо, дамы, но в другой раз. Пошел ты, Хакон. Обожает меня. Почему ты помогаешь? Познакомимся получше и узнаем. Сначала ты. Откуда это у тебя? Не твое дело. А ты осторожный. Молодец, дольше проживешь. Ты настоящий пилигрим? Или украл этот значок? Я был пилигримом. Час до заката. Я не шучу, Хакон. Он не останется здесь на ночь. Вот, твое оружие и рация. Даже пилигриму это нужно. Давай, пойдем. Так, ну что, мы появились сейчас в квартире Хакона. Но здесь что-то нас не особо ждут. Ультрафиолетовая лампочка, при помощи которой они... Воу! Вот это нормас. Неплохо. Где рыбий глаз? Закусочная там, в центре. За свалкой химотходов. А, мне нужно туда. Жаль, единственная дорога туда через туннель. Они охраняют ее, как портал в ебучую Вальгаллу. Пройти почти невозможно. Так, как мне попасть в туннель? Ты можешь помочь мне попасть туда? Ты можешь мне помочь? Похоже, ты хорошо знаешь город. Я жил в этом городе еще до всего этого пиздеца. Я могу помочь. Но тебе нужен биомаркер. Без него тебе крышка. Откуда ты? Похоже, издалека. 2000 километров отсюда. Ничего себе! Как тебе удалось не заразиться? Легко. Не давал им себя укусить. Здесь все по-другому. Тут все зараженные. Слышал о Харане? Велидор тоже изолировали. Они построили стены, заперли нас внутри. Оказалось, это нас и спасло. А как ты достанешь биомаркер? Просто так их не достать. Если не знать нужных людей. А я их знаю. Пойдем. Да, кстати, я Хакон. Эйден. Приятно познакомиться, Эйден. Добро пожаловать в рай. Да, офигенный рай. Лучше некуда просто. Сюда! Куда он там улетел? А ты на хорошо матрас. Двигаешься. Я был в армии. Спецназ? 7 лет. Мне даже нравилось. Потом перестало. Смотри, мне сейчас очки нормально дают. Меня занесли в черный список и закрыли мой счет. И я стал таксистом. Ой, как низко ты пал. Пошел ты. Зато я хорошо знаю город. Давай. А я сейчас могу не успеть же. Вот о чем я и говорю. А он мне просто поможет. Ты слишком слаб. Без ингибитора тебе конец. Да я понял. Разве в прошлый раз я не разнес все, что попалось мне на глаза? В смысле? А как я должен успеть-то? Ну, а потом уже лучше, если, конечно, выживешь. Ты лестницу мне скинешь сегодня? Спасибо, блин. Хочешь сказать, я мог умереть? Если бы я не дал его тебе, ты бы и умер. Спасибо.
Итак, почему ты мне помогаешь? Я знаю, что обычные люди боятся вас, но один пилигрим спас мне жизнь. Я был пилигримом, теперь я заражен. Путешествовать будет сложнее. Тогда добро пожаловать в новую жизнь, друг. Осмотри это место. Почти сундуки с сокровищами. Там бывают хорошие вещи. Проверь, я подожду. Путешествуйте по Велидору, ищите рощи на крышах, их легко узнать по высоким желтым деревьям. Они главный источник меда, ромашки и других ресурсов. Иногда вы найдете там забытое оружие. Центральный клуб мыши, кстати, кидать монетку. Теперь в таких местах люди многое прячут. Если не успевают донести до убежища засветло. Теперь только здесь у нас будет возможность наживиться медом. На крышах, на высотках. Что это? Кристаллы. Наверное, кто-то их здесь спрятал. Они образовались после того, как нас залили химикатами. Говорят, они замедляют заражение. Кто-то верит. Так ты их не собираешь? Конечно, собираю. Суеверные люди платят за них хорошие деньги. А я всегда рад заработать. Меня интересует один особый ящик. Пойдем, покажу тебе. Подожди, я еще не все залутал. Тут еще что-то есть. Музончик, конечно, классный. Я слышал где-то пчелу, она делала так. Слушай, неплохо по луту. Ну что, полетели покорять этот город! Красота, да? Еще и в 4К. Живая мертвая девочка, уникальный коллекционный предмет. Что это? Значит, у вас армия есть? Это миротворцы. Они с людьми также. Осторожнее с ними. Они охраняют туннель, который тебе нужен. Я буду очень осторожен. Хорошо. Хотя это как повезет. Миротворцы — это проблема. Они уже достали жителей базара. А базар — это бочка с порохом, которому хватит и искры. Эй, так мы идем? Ты хотел мне что-то показать? Да, за мной. Нифига он паркурит четко. Как-то странно он паркурит иногда. Фига, прикольно. Короче, полностью надеюсь, передвигаться по крышам, как и в первом Dying Light. Уже что-то темнеет? Так быстро? Темнеет. А, вот час же остался. Быстрее, открывай ящик. За это мы получим биомаркер. Блять. Уже пусто. Воры. Постой. Нет, нет, оставь. Сломаешь замок и только все испортишь. Нормально. Тут хватит на биомаркер. Откуда у тебя это? Я тут почти везде побывал, но давным-давно не видел работающего оборудования ВГМ. Я мало что могу рассказать, но его мне дал Дилан, бывший ученый из ВГМ. Его убил человек по имени Вальц.
Перед смертью Дилан отдал мне ключ, чтобы он не попал к Вальцу. В нем должны быть важные сведения. Надеюсь, больше узнать о нем в рыбьем глазе. Посмотрим, ладно? Блять, опоздали. План Б, бежим! Короче, все красные браслеты — это монстр. Эйден, ты здесь? Я в порядке, в порядке. Нам нужен ультрафиолет. На базар. У нас получится. Со мной, быстро. Полетели. Ультрафиолетный свет — это символ безопасности ночью. Это единственная гарантированная защита от зараженных, поэтому ищите его, если вас преследует. Чтобы использовать чутье выжившего и отыскать ближайший источник ультрафиолета ночью, удерживайте Q. Понял. 140 Они метров. Близко. Быстрее! А будут боссики какие-нибудь? Босики. Сюда, к свету. Ты слышишь? Мы почти на месте. Еще немного. Открывай. Эй! Стой на свету! Хакон... Давай, открывайся! Хакон, Крикун близко. Биомаркеры. Нет времени, за нами гонится Крикун. Биомаркеры? Ты оглох, за нами... Я сказал биомаркеры. Вот. А его? Он со мной. Пусть покажет биомаркер. Сначала хотя бы впусти Пусть нас. Пусть покажет свой биомаркер. Как насчет электроники? Уёбок. Открывай! Ах ты, кусок! Хакон! Он зовет своих друзей! Браться до Киллиана! Нет времени! Бежим! Чё с Крикуном не подрались-то? О, здорово! Да иди ты в жопу! Быстрее! Нас почти догнали! Не оглядывайся! Беги! Погоня уровень 1 из 4! Быстрее! И все больше и больше, Эйден! Ну, уже близко! Там безопасно! Что дальше-то? Дядя! Не открывается. Они орут все. Ну вот же дверь похожая, на которую может открыться. Нет разве? И здесь никак. И тут никак. Непонятно. Что надо сделать-то? Это я! Открывай! Тут нет, друзья! Киллиан! Отвлеки их! Киллиан! Киллиан! Блять, открывай!
Лилиан! Чтоб ты утром споткнулся, а мой труп и сдох! Засранец! Задержи их! Да, вот тебе осталось только задерживать их. Ты за это заплатишь! Ты за это заплатишь! Черт их до хрена! Открой, Гиля! Вот кто откроет дверь-то сегодня! Мы справились. Сомневаюсь, что это все. Беда не приходит одна. Вот нам это нормальная тема. Я пытаюсь. Я знаю, что ты там. Да открой, это последний. Думаю, да. Помоги мне! Ну давай, помоги мне! Как помочь? Нам пиздец! Черт, Киллиан! Ты бы еще подождал! Я бы так и сделал, но не хотелось утром отскребать твои кишки с порога. Они ушли, и ты иди. Ладно, хватит быть таким засранцем! Ты посмотри! Дед, это редкость. Или пусти нас, или это будет еще большей редкостью. А это кто? Я Пилигрим. Ты здесь недавно, верно? Как ты проник в город? Я тебе все расскажу, только впусти нас. Однажды я ждал Пилигрима. Он должен был... Ладно, забудь, это не важно. Что ты задумал, Хакон, а? Я дал ему ингибитор, он выжил. Спятил? Ему нужен биомаркер. У меня нет. Врешь. Правда. Сукин сын. Значит, госпиталь. Надеялся этого избежать. Всегда ищешь путь полегче, да, Хакон? Мне нужна лишь шуфешка. Я сейчас, подожди. Хакон, почему ты ему помогаешь? Помнишь, как мы помогали людям? Я? Конечно. А вот ты вряд ли. Давай, передохни под лампой. И не слушай этого кретина. Идиот. Помнишь, как мы помогали людям? Конечно, помню, засранец. Убежище Киллиана. О, сразу супчик сейчас похаваем. Тереза в одном лице. Ты же умел готовить. Все говорили, что тебе надо заняться готовкой. Но нет, тебе захотелось чего-то еще. Высшей цели, мать ее, розеток. А ты мог бы просто готовить. Так. Биомаркеры. Почему их так трудно достать? Потому что это сложное устройство. Черт, фабрики, где их выпускали, закрыты уже многие годы. Биомаркеры привязаны к крови. После привязки их уже нельзя отвязать. Без них заражение протекает бесконтрольно. Как у тебя. Вот почему люди готовы отдать целое состояние за новый. Все деньги и кристаллы, что у них есть. К счастью, мы с Хаконом нашли место, где их еще можно делать. Ты, Хакон,
Вы давно знакомы? Даже слишком. Он сказал, вы помогали людям? Мы вместе служили в спец, неважно. Это было очень давно. А что не так с этим ингибитором? Обычно люди от него умирают. Сильное средство. Большинство не выдерживает. Ну, я выжил. Я сказал большинство. Так что не волнуйся, только будь с ним осторожен. Где мне прилечь? Значит, ты только что попал в город. Что привело тебя сюда? Здесь не земля обетованная. Совсем. Мне нужно в рыбий глаз. И Хакон помогает тебе с этим? Вроде ты хороший парень, но... Послушай мой совет. Не сори доверием, как конфетти. Черт, откуда ты знаешь, что мне можно верить? Ладно, хватит болтать. Ложись спать. До утра все равно ничего не сделать. Ложимся. Очень смешно. У тебя получилось? Почти. Биомаркеры в госпитале ВГМ. Я скоро туда доберусь, но ты тоже мне там нужен. Скажи, куда идти? Встань спиной к двери Киллиана и иди прямо, не сворачивая. Так, маркеры чумы. Встретись с Хаконом в больнице. А не важно, откуда я пойду, да? А, в темноте, что ли? Ночью город наполняет зараженными. Безопасность передвигаться по крышам. Избегайте плакальщиков любой ценой. Если они вас увидят, то поднимут на уши остальных. Начнется преследование. Во время преследования ищите укрытие на крышах или прячьтесь в ультрафиолетовом свете. Вот так вот они нас будут колбасить. Держись крыш, чтобы тебя не заметили крикуны. Знаю. Не хотелось бы с ними встречаться. Вон их там миллион снизу. А чё его мотает-то? Как-то я вез туда свою вторую жену. Ни разу в жизни не гнал так быстро. Воды отошли на 3 месяца раньше. У тебя есть дети? Того спасти не удалось. А это чё? А других? Я не знаю. Укрытие. Прости. Все в порядке. Кому захочется, чтобы его дети жили в таком мире? Ничейная земля. Замок сломан. Не страшно. Ищи старый автобус. Автобус? В госпиталь врезался автобус и пробил стену. Ты можешь попасть внутрь через пролом. Раз туда никто не забрался, там могут быть маркеры. Сейчас я не только автобус найду, еще и друзей. Нихера, тут сколько их много. Здорово! А чё ты тебя так не убил? Оп, твою за ногу. А бобус нашел? А дальше чё? Встретись с Хаконом в больнице. Там крикун, кстати, был. Я у главного входа. Я отметил безопасный маршрут. Жду тебя там. И заметили, их стало тяжелее бить. Они стали сильнее намного. Эй, сюда. Большое здание, да? ВГМ получило несколько таких под мединследования. Когда настал этот пиздец, они набрали добровольцев для опытов. Платили им кучу денег. И что в результате? Куча дерьма. Еще немного. У нас мало времени, не отходи.
А как же полутац? Блин, тут прям космически сделанные уровни. Хакон. Открывай дверь. Ну начинается опять. Давай откроем, пожалуйста. Умеешь открывать замки? Конечно. Конечно. Ключом. А если у тебя нет ключа? Хакон, я прошел тысячи километров. Думаешь, меня остановит дверь? Ладно, просто спросил. В этой комнате есть все нужные инструменты, маэстро. Тут есть металл. Можно сделать отмычки. Создайте отмычки. Ну, как обычно, нам получается в ремесло. И создаем отмычки, которых я могу сделать 40 штук. Потому что металлолома у меня дофига. Но я думаю, что я сделаю буквально вот столько. 10 штук мне хватит. А, отличная работа. Так, используйте отмычки. По-моему, вроде как... легко. Смотри. Есть легкий уровень сложности отмычек, средний и тяжелый, да? Ну да, все то же самое. Как и в Dying Light в первом. Отлично. О, ты не врал. Свое дело знаешь. У меня не было выбора. Мне пришлось этому научиться. Опять хреново. Он причем показывает ресурсы, которые есть в тех комнатах, в которые не добраться. Для чего это сделано? Типа фишка такая? Ни хрена себе. А нет, возможно и добраться. Че такое? Нормально. Тут проволока. Да что ж такое-то? Поможешь? Вот так. Не получится. Идем. Сюда. Темная зона. Не шуми. Нет. Эйди, давай! Эйден, Шмейден! Эйди! Мия? Эйди, где ты? Это плохая идея, Мия. Было бы не так весело. Что ты делаешь? Нет, только не на стене. Хватит болтать, дай мне руку. Так это та самая больница, что ли? Нормально. Эйден. Все в порядке? Да. Точно? Поговори со мной. Это больница. Я уже был раньше в похожей. На объекте ВГМ? Их в городе несколько. Я кое-что вспоминаю. Я ищу свою сестру, Мию. Я уже рассказывал тебе о Вальце. Упоминал что-то, да. Не знаю, в голове все перемешалось. Ты подавляешь воспоминания, как и я о своей третьей жене. Еще и эта инфекция. Не унывай. Мы найдем маркер и все выясним. Идем. Спасибо.
Интересно, а это его больница, в которой вот он здесь был, или нет? Или таких куча? Я думаю, что таких куча. Опа! Вот это твари, конечно. Они спят, что ли? Ёпта. Спящие красавицы. Ага. Нужно пройти мимо них. Если пригнешься и пойдешь медленно, они тебя не заметят. Да, найс, просто. Подойдешь близко, и тебе конец. Ты это наверняка знаешь. Да, знаю. Прикинь, если одна сейчас встанет. А можно фонарик включить? Я думаю, что нельзя. Ёб твою. Налево. Оу. Даже здесь я хочу полутать. А фонарь можно включить так, оп? Или нельзя? Ёб твою. Теперь на Outlast похоже очень сильно. Здорово, мужики. Я бы газанул бы сейчас бы просто на шифте от вас. Они нюхают. Если я достаточно близко подойду, то они меня унюхают. Все, нормально. Нет? Нормально. А что такое? Вот это вот что такое? Что это? Химикаты. Мерзкая штука. Когда вирус вышел из-под контроля, ВГМ начала поливать город этим дерьмом. Круто помогло, да? Угу. Слушайте, мне чем-то это напоминает еще Ведьмака. Ходишь, лутаешь, бесконечно лута собираешь. О, монетки. Можно монетки кидать. Что-то громковато. Блин, я надеюсь, Сталкер будет хотя бы такой же или лучше. Только в нашем исполнении. А, слушай, ребят? Ты мне говорил об этом. Как его там? Вальц? Да. Почему ты его вспомнил? Потому что я помню, как он проводил какие-то эксперименты. Не только он их проводил. Было несколько таких городов, как Велидор, полностью отрезанных от остального мира. Многие работали над вакциной Эйден. Но в мире слишком много мудаков. Мы уже практически дошли. Алкоголь, пигменты. Что это такое? Аспорфин. Что он дает? Ладно. Теперь Half-Life. Осторожно, он шатается. Давай. Да. Можешь забраться? Конечно, секунду. Поторопись, у нас нет времени. Ребята,
И на этом месте мы, собственно, заканчиваем прохождение. С вами был Лего. Если вам понравилась вторая серия по Dying Light, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. А также заходите на третью часть серии. И не забывайте смотреть на телевизорах больших экранах. Всем удачи и всем пока-пока. Не хочу тебя торопить, но у нас нет времени.